tá comprido reto. Até que ótimo. Horror, essa da testinha e chá tudo. Ну, если это атака в город. Если атака в город, то город. Сейчас ну. Ну, в смысле, разбить его не хотел бы подменяться. Это их площадь, это им. Не 10 новосальные гора. Но это над днем вроде висит. Сотка, ну, заклинание проще поднять. Понятно, только 8 уровень поднять. Или изучить. Но его нету. Может, оно что-то появится, если убирать такие появички. Нету времени. Хорошо. Вот есть. Проведенное. Если убрать его. У нас 130 появилось он. Вот лечение дальше на элите. У нас был один элитник, который лечил. Ну, блин. Это как бы максимум. Меч. Ветеран. Вот ветеран. Как это стоишь? Он только станет подсыхать. Непонятно. Ладно, нужен шаман эксперт. Вот лечение на следующем уровне находится. Он эксперт единичка осталась. Она не в бою где-то победитель. Непонятно, что он. Это он сам такая сильная. Вот это что-то. Мог растолковать, но придется сходить просто. Гигантские пустоши. А у нас в городе, вот мама лежит. Но это на той стороне, на этой магматической кузнице. Тут какой-то еще раз слышу. Это пелена, нельзя перейти через темную пелену. Она захватила, но не. Значит, надо сначала узнать, можем ли построить. Шотка есть.
Ну, скрипка 41 опять. Ну, а, или второй хитбой вставляем. Например, поставим. Все равно сотка. Нифига мы не ходим. Можно вернуться сюда. И крепость будет приносить доход. И сюда перестать. Ну, ванна еще пускай. Понятно, можно обойти или нет. А можно здесь крепость поставить. Один. Сколько крепости? Радиус. Ну, через одну дотянет. Через одно поле. Что-то не один. Слишком близко к крепости. Протопанили ход получается. Тут построить нельзя. Сейчас. Исправимся, то есть.